всем привет! Я в аэропорту. В аэропорту Берлина пока еще. И я очень надеюсь, что в этот раз у меня получится записать такой небольшой travel-блог, потому что я лечу в Париж. Боже, я чуть не знаю, куда смотреть. Вот. Почему я надеюсь? Потому что сколько раз я пыталась, когда я куда-то лечу, даже это все началось, мне кажется, с Нормандии года 3 назад или 4, когда мы туда ездили. И каждый раз я забываю про телефон, я его отключаю, не беру, мне лень смотреть через камеру. Вот, но не знаю, может быть, в этот раз получится. В общем, сижу, жду свой рейс. Очень забавно. А вообще, не люблю берлинский аэропорт, он очень неудобный. Тут ни хрена от слова, ни хрена зарядок. Так вот, здесь ни хрена нет зарядок. То есть ты никуда не сможешь ставить ни телефон, ни свой компьютер, поскольку ты не приехал. Я нашла какое-то кафе, нашла столб со свободной розеткой. В общем, сидела, пока заряжалась, потому что самолет его немножко откладывается. И очень мило, я купила йогурт в другом магазине. Мне сказали, что здесь есть нельзя, но фигня вопрос. Я заказала себе кофе, потому что я хотела кофе. И сейчас, так как кафе это закрылось, моя девушка любезно принесла ложечку, поэтому мне еще есть время, я съем после закрытия свой йогурт за столом. А вот, в общем, увидимся, наверное, уже на фоне Эйфелевой башни. Ну, нет, чуть пораньше. Парижем, от аэропорта, но я редко лоханулась, потому что когда я покупала билет, я не посмотрела и нажала, передо мной была женщина, и я нажала, что да, нужен чек, но я посмотрела, ничего не вылезло, то есть как бы чек обычный, как я себе представляю, длинная белая бумажечка, и выбрала себе билет, приложила карту. И потом смотрю, там где эти билеты, лежит маленький твердый картонный билетик. Я его взяла и пошла. Я его тыкаю в компостер, он не компостируется. Поезд у меня уезжает. Думаю, ну ладно, может что-то не работает. Там прочитала, что 5 евро штраф, если ты не пробил билетик. Ну окей, главное на поезд успеть. И в поезд я сажусь, и я понимаю, что это был не билетик, а чек. Что... У них одинаковый и чек, и билет. И мало того, что всю дорогу я ехала, боялась контролеров, потому что было бы очень обидно заплатить 60 евро. И еще я посмотрела, что на этом, как я поняла, потому что там написано, что оплата карт Visa, а у меня карта MasterCard. И походу, видимо, этот автомат требовал пин-код, а там такой был темный экран, что было ни черта не видно. В общем, я доехала, но теперь я не могу пересесть и поехать дальше, потому что я окружена турникетами, а все билетики с автоматами за турникеты. Поэтому сейчас моя французская женщина, я ее подняла из кроватки, и она бежит меня вызволять. А вот, в общем, жду. Доброе утро в Париже. Моя французская женщина здесь. О, как мы блестим классно. В общем, мы вышли из отеля в 10-м, блин, часу. Хотя не спим с 7 утра. Наш завтрак. Хреновый завтрак, но зато с круассаном. В общем, приятного аппетита. Кушай. Тем временем я рассталась на ненадолго с моей французской женщиной. Я сейчас пришла в салон, это уже какая-то прям традиция здесь во Франции, но мне нравится, хочу прям тоже.
скорее для меня. Увидимся через некоторое время. Ты что-то уже раздеваться начала? Ботинки сброшены. Женщина лежит. Вторая женщина довольна с новой стрижкой. В общем, мы присели на газончике. Включение с номером. Мы сбежали, чтобы переодеться. Сейчас пойдем искать, где нам поесть. И я в восторге от своей стрижки. У меня первый раз, она настолько короткая. Я тоже в таком восторге. Просто охренеть можно. Запихивает, нет? Охренеть, я сказала. Вот, короче, мы в восторге. Съездить в Париж, чтобы подстричься, мне это нравится. Через 3 месяца надо вернуться, сказали. Вот, так что имей в виду. Красотка, вот, мы переоделись. Я что-то очень голая, она очень одетая. Вот, вообще, в общем, пошли мы есть настоящую французскую еду, да? Да, ложки в кейсе. Может, потом вырезать. Ну, мы, может, запьем вино потом, не знаю, посмотрим. В общем... Куда мы зашли? Как магазин называется? Printemps. Да. Весна. Как сказала Камила, понюхаем люкс. Я думала, что мы все в понедельник купим. Да? Вот тогда сумку мне тоже купи. Блин, красиво как. А вот мой фотограф в рабстве. Эти выходные. Лена, а ты можешь еще раз так посидеть? Второе утро, воскресенье, бежим. Да подумали, куда мы бежим? На ярмарку растений. Вчера мы были в шмоточках и в духах. Сегодня мы в зелени и растениях. И в земле. Все, женщина в своей среде, она счастлива. Короче, не буду долго, мы сейчас побыли. Да смотри, забирай. Как мои балеточки. Ой, да, правда, мягенькие. Ну, кстати, да. Мне Камила рассказывает, какие растения мне подойдут, которые можно поливать раз в 3 недели. Вот выбор пал на это. Надо теперь решить скупить его. Так, этот сказали точно нет. Этот, да. И, возможно, вот этот. И такая нативно непроплаченная реклама. Если кто-то любит комнатные домашние растения, кому-то нужен выбор и помощник, то Камила этим занимается. И ссылочка будет внизу видео. Нет, она правда клевая в этом. И она прям... Она счастлива. Если бы не самолет, я бы себе прям букетик бы собрала из сухоцветов. Они какие-то красивые, такие прям осенние все. Но я боюсь, самолет или не пропустят, или я их все сломаю. А пришли.
пришли мы сюда, чтобы выбрать подарок экскурсоводу. Потому что мы сегодня экскурсии. В общем, как он называется-то? Замиокулькас. Ага. Ищу здоровый. Он тебе тоже должен рассказать. Прекрасно, я без тебя не буду покупать. Конечно, не буду меня покупать. Купили мы, как мы. Она выбрала подарок. Боже мой, она там показывала мне страшные вещи. Так что да, оказывается, цветочек, чтобы купить, это не просто так, как купил, вазу воткнул, землей присыпал и типа нормально. Да, она же немножечко постарается. Так что не нативная опять реклама. Все к ней. Ссылочка будет внизу. Пошли завтракать, когда мы еще не завтракали. Нам скоро на кладбище. Поэтому нет, пошли, наверное. Мы же сегодня по-французски опять едим. Опять? Мы еще ни разу не ели во французском месте. Кстати, мы еще ни один круассан не съели. Черт, нам завтракали. Ну, тоже из Старбакса, но, блин, он все равно другой. Так, Ленок, если мы это сейчас не посмотрим. Наш прекрасный французский завтрак. Первый раз за... два дня. Вот, в общем, не знаю. Вроде должны еще принести яйцо, но мы не уверены. И у нас самый красивый столик. Почти яишенка. Вот такая вот у нас кашка. Блин, на тебе свет лучше. Ты прям такая яркая, с цветочком и с яичницей. Если ты это вырежешь, скажи мне, пожалуйста. Нет, я тебе не вырежу, как пойдет. В общем, эта штучка какая-то очень странно воздушная, но очень вкусная. Божественно. Я должна читать. Ням-няма. Хотела попасть на такое старое французское кладбище, а это еще и плюс действующее. И Камила нас записала. В общем,